Государственный театр нации, который возглавляет народный артист России Евгений Миронов, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, разработал и осуществляет большую федеральную программу по поддержке театров малых городов России. Ведь известно, что на данный момент, на сегодняшний день, треть профессиональных театров находится в малых городах, не областных центрах. А это около 200 театров. Программа включает в себя фестиваль театров малых городов России, приезд спектаклей победителей, показ на сцене знаменитого театра нации. Это выездные творческие лаборатории по современной драматургии с участием столичных режиссеров, педагогов, критиков. Достаточно много у нас в год, ну, 6, да, лабораторий, примерно 6 лабораторий. Пьесы выбрал сам театр, ну, присылали там 40 или 50 пьес. Петр долго мучился, выбрал 3 пьесы. На мой взгляд, в общем, выбор очень интересный. Я думаю, что ты должна войти перед входом вашим. Вы должны войти последней, потому что так будет вернее. И вот сейчас он уже выкристаллизовывается. Вот сейчас вы уже понимаете, наверное, про что спектакль, да? Вот, ну, как бы вот на третий день. Вы и раньше, наверное, уже, но я просто сейчас еще более точнее, прям я сужаю вот этот прицел. И он становится уже прям ощутимым. Тебя кидают в эту горячую банку, еще поджигают внизу, накрывают сверху крышкой. Там внутри серная кислота. И тебе говорят, ну все, давай выплывешь, молодец. Кто считает, что как-то по-другому? Мне важно, чтобы вы были союзниками. Это, по большому счету, история про театр даже. Твой будильник. Я спрашиваю, мой будильник. Ну, найдем, когда зазвенит. Он уже должен был зазвонить. Ты что, всегда носишь с собой будильник, когда идешь куда-нибудь ночевать? Да. Да. Или все чисто говорит, только телом совершенно его не слушается. Да. Но какая-то стадия, не то что все, понимаешь? Обычно играю, что все. А можно играть, и что он что-то и нащупал, и начал что-то, и начал, и нагла. Да. И это не я! Я знаю. Да. Гладь его одной рукой. Говори с ней, он же не умрет, да? Как собаку гладь его. Но там нет живота. Вот! Я же говорил, я же знал, что в тихом омуте черти водятся. Ты, Танечка. Буфету, да. Ты к буфету. Да. И открывай все эти шкафчики. Постоянно, чтобы двери постоянно хлопали. Хорошо. Да, там, я не знаю, понимаешь, куда, какие-то должны быть нелепые эти все в чайнике смотри. Да. Такая форма тренинга, мы ее придумали сами, и теперь она пользуется успехом во всем мире и по всей России. Лаборатории – это интереснейший, замечательный, эффективный экспресс-метод, который позволяет артистам труппы открыться новой гранью. В нашем театре мы очень любим экспериментировать, всегда приветствуем новые формы, осваиваем новые пространства, новые жанры, виды искусств, смело интегрируя их в нашу театральную обыденность. И поэтому такие проекты, как лаборатория, они для нас очень важны. Они не только интегрируют наш совсем еще молодой театр в театральное пространство Российской Федерации, но и помогают не стоять на месте. Такая инъекция чего-то очень настоящего, свежего. При организации лаборатории мы учитываем не только специфику театральной труппы, также всегда учитываем культурные, этнические особенности региона. Мы находимся в Евпатории. Это древний город с уникальной природой, с прекрасными туристическими маршрутами, с замечательными музеями. Здесь и Древняя Греция, и наши любимые Чехов и Толстой. Нам очень хочется, чтобы и театр занял достойное место на театральной карте страны. Поработав, проведя первый урок, я могу сказать, что это артисты.
как они переключаются, как у них работают глаза, как они подключают свое тело, и оно откликается. То есть видно, что горят, энергия идет. Они откликаются, это очень важно. Замечательный артист и руководитель театра «Нация» Евгений Миронов. Замечательный артист, он прекрасно понимает, насколько это важно, особенно в малых городах. Потому что все театры же обособлены, каждый живет своей жизнью. И вот эту жизнь надо нарушать, как бы выводить из зоны комфорта, как сейчас говорит. 60 лет. Будем ли мы еще живы? Если будем, обещаю прийти к вам на чай накануне моего юбилея в ваш... И мы договорили вместе 90-летний юбилей. И не забудь купить настоящего молока. А что, у нас обезжиренное? Ну, королева не пьет эту гадость, которую пьет мы. Господи, ну какая как... Ладно, куплю настоящий. Вот, это лучше. Я сам открою дверь. А я? Ты мне что, не доверяешь? Нет, я должен сам. Я открою дверь, учтиво поклонюсь. Да ты потом от двери до кресла не доползешь. Давай я открою. Ладно. Только не забудь сделать реверанс. Скажите, пожалуйста. Добрый день. Миссис Ходжер, я полагаю. Она самая. Проходите, пожалуйста, Ваше Величество. Располагайтесь, пожалуйста, Ваше Величество. Я пойду на кухню, Ваше Величество. Это моя лучшая работа. Нам все хватило. Мы жили внутри постановки, мы радовались, мы плакали. И слава Богу, что на нас зашло очень поздно, потому что мы еще в эмоциях. Молодцы. Спасибо. У нас в гостях известный драматург Ярослав Булинович. Я думаю, что она тоже что-то скажет нам. По-моему, ну как бы все замечательно. И мне кажется, что Миша очень попал в жанр. Потому что, ну, жанр, он, в общем, ну правильно тут сказали, что он предполагает ну, некую такую очень игровое существование. И они этот жанр выдержали. На этом же ряду, что Ярослава замечательный критик и зав. Литературной частью театра на Таганке, легендарного театра, Елена Груева, Елене слово. В принципе, наверное, в каждом театре должна быть какой-то спектакль с человеческой историей, о которой хочется ее пересматривать, которая будет развиваться, которая будет меняться в зависимости от настроения актеров, участвующих в ней. Этот эскиз дает надежду на то, что такой спектакль может состояться. И вот в отношении мечты и семьи это очень интересно наблюдать. Большое спасибо. Я думаю, что мы подружились и будем продолжать нашу дружбу дальше. Благодарю вас. Значит, ты совсем ничего не помнишь? Нет, почему? Помню. Так у нас что-то было или нет? Я имею право знать? А? Закрой глаза. Я приду к тебе 9 раз. 9 ночей. Слышите, здесь никого нет. Здесь никого нет. Скажи, что у нас здесь нет?
Современное искусство апеллирует такой вот вещью, как ощущение. Так вот, современное искусство заставляет нас наблюдать за самими собой, наблюдающими нечто. И вот это нечто, оно может обладать как бы традиционной формой, образами, текстами, но они уже становятся не главными. В целом, вот именно это ощущенческое видение как-то работает. Единственное еще, что все-таки это классическая, достаточно классическая пьеса, она собрана, ну, со всеми приметами классической пьесы. Ну, то, что я увидела, было любопытно, интересно. Но главное, мне понравились ребята. Актеры. Спасибо. Я познакомилась с двумя удивительными актерами, Дарина и Роман, я просто в восторге, как вы чувствуете друг друга, как вы чувствуете режиссера, как режиссер чувствует вас. Я подумала о том, что я бы хотела, чтобы по мне тоже последние 9 ночей. Обязательно она. Я вам потому, что мне показалось, что в этом что-то есть. Так хорошо, спасибо. Лаборатория, спасибо, ребята, спасибо, режиссер. Ты мне горку поможешь сделать? Ну, мне так 20, не выше, нельзя больше. Да сделаю тебе горку. У нас в 11-й вон пацан упал, нос сломал. Катюху потом вообще попроси. Настя, залью я тебе твою горку, что там заливать-то? Азот, родители где? Время до 7 доходит. Все, я ушла. У меня сточка одна дома сидит. А еще и гадить на завтра. Оль, подожди. Ну, а с этим там ничего делать? Ты его не почему пошла? Почему елочек до сих пор не готовы к окошнике? Готовы, там с тканью были проблемы, но... А песня, уже... Настя, меня интересует песня. Какая песня? Я не могу это спеть! На детей что хотите? Вы просто не пробовали, поэтому у вас не получается. Вы не пробовали, вы просто послушайте, да? Проще простого. Дых мои дорогие, дых мои. Проще простого. Хотят, чтобы у них все было хорошо. Конечно, для эскиза вот этот второй план простроить пока трудно. Может быть, поэтому на первый план вот вышло такое удовольствие от ругани немножечко. От этой агрессии как бы выпало на первый план. Но мне кажется, что само действие, то, как ребята воспринимают, так как актеры, которые играют детей, воспринимают действие, в партнерстве, все-таки этот второй план, вот этот смысл того, почему они потом все вышли строить эту горку, все-таки, мне кажется, получился. А по самому спектаклю, как бы очень яркое само такое озорное действие, оно проявило актеров. Что касается работы Радика, то, конечно, очень много находок, очень много каких-то ярких поворотов. Так что, мне кажется, работа сложилась, а дальше как получится. Ну, тогда все. Мы закрываем нашу лабораторию. Спасибо вам огромное, что были с нами эти дни. Это Евгению Витальевичу Миронову с такой передачей «Передач». Друзья, сейчас еще ждем впереди голосования. Пожалуйста, проголосуйте за этот эскиз. Там всего два варианта. Или да, или нет.